Программа «Главная тема» на радио «Шансон». Ведущая Татьяна Устинова. Татьяна Устинова, ведущая. Я есть сегодня главная тема нашей программы. Это Олег Митяев, который к нам пришел, который у нас здесь сидит, который даже скептически улыбается, когда мы все, наш любимый диджей Мила и наш редактор Марина, пытаемся как-то его спросить, ну какую песню первую ставим, потому что все любим, все хотим послушать, разные. Ну, он говорит, ну, ставьте, что хотите, ребята. Ну, мы как-то ставим, что хотим. Но, тем не менее, вы знаете, вот я вам за эфиром сказала, и сейчас должна сказать, да, что я сегодня разговаривала с Андреем Максимовым, тоже одним из ведущих радио «Шансон», который первое, что мне сказал, когда выяснилось, что мы сегодня с вами встречаемся, Татьяна сказала мне, как вам повезло, Митяев к вам сегодня приходит. Совершенно не звездный человек, сказал мне ведущий Андрей Максимов, абсолютно адекватный, можно обо всем поговорить. Вот скажите, Олег, как это вам удается, как вы дошли до такой жизни? То есть почему вы не звездный человек, почему с вами обо всем можно поговорить? А вы так специально себя ведете, или это ваше естественное состояние? Я хотел все сказать. Добрый вечер, дружок. Вот скажите же скорее. Дело в том, что верблюда пригласили на свадьбу. Он говорит, петь я не умею, плясать не умею, наверное, заставит воду возить. И как-то в каждом человеке что-то такое выделяется, и... Я вот понимаю, что, собственно, музыкант я никакой, поэт тоже, и так. Певец, собственно, тоже. Вот, и получается, что одно получается, что, выходя на сцену, чувствовать себя естественно. И это, в общем-то, довольно непросто, не обладая всеми предыдущими качествами. Знаете, Михаил Михайлович Жванецкий хорошо сказал... Он говорит, раньше для того, чтобы выступать, нужно было иметь или слух, или голос. Угу. Нет, сейчас. Сейчас или надо иметь или слух, или голос. Он говорит, раньше нужно было и то, и другое. И то, и другое. Понятно. Вот, поэтому у меня какой-то, знаете, пограничный такой жанр. Вроде непонятно. У меня даже, я думаю, что это такое... Я как психотерапевт. Вот выхожу, мы о чем-то поговорим с людьми и довольны и расходимся. Давай с тобой поговорим, да? Да. Вот. Но ведь вы лукавите немножко, потому что... Ну, если бы. Мне кажется, что да. Потому что тексты ваших песен, они все растащены на цитаты. А начиная там вот от самого простого лета «Это маленькая жизнь», и как здорово, что все мы здесь... это честно. А эта строчка моя супруга написала, Марина Есипенко. Она мне написала в письме, а я взял ее и Но вокруг, в песню. Вокруг этой строчки ведь действительно сложилась целая жизнь. Причем не только там, я не знаю... Не только лето, но и только, осень. Но и осень, и зима, и весна. И не только, скажем так, ваша, да, то есть, например, и моя жизнь тоже сложилась вокруг этой строчки, потому что когда там какое-то плохое настроение, или мы в очередной раз разводимся, или еще что-то такое происходит, то вот это вот, я ушел в апреле, я нашел повод, и тут все зарыдали. Олег Митяев написал. Таких строчек полно. Вот мы сейчас будем песню слушать, там через какое-то время тоже все опять зарыдаем. А вам не надоело? Вот вы столько песен написали. Как у вас получается их до сих пор так писать? Всегда так писать? От вас я таких вопросов не ожидал. Ну а что теперь делать-то? Я же вообще поэт и не музыкант. Да. Анекдот этот про Бетховена я уже рассказывать больше не могу. Честно скажу, я вообще об этом ничего не знаю. Поэтому спрашивать мне бесполезно. Mm-hmm. И даже больше скажу, что и не хочу знать, собственно говоря. Меня это не интересует. Mm-hmm. Mm-hmm. А с 24 по 28 в Театре эстрады у вас юбилейные концерты. Театр эстрады огромная площадка сценическая. Да? Вы собираете, я не знаю, дворцы, да, и стадионы. При вот этой вот такой, в общем, совершенно определенной направленности, да, жанровой, люди к вам приходят. Это кто? Это что за люди? Вот вы их знаете? Вот надо сказать, что Крокус Сити Холл, где у нас был последний концерт, он, конечно, больше зал. Uh-huh. Но театр эстрады, он обладает какой-то своей атмосферой, аурой и такой. И, в общем-то, хорошо, что он не такой большой, скажем, как Кремль.
И поэтому мы там проводим вот несколько концертов вместо там, одного-двух в большом зале. Тем более, что будет вот пять концертов. И пятый концерт, он будет особенный, потому что там буду я не один. Вот 28-го, да? Да, 28 числа подойдут ребята. И, например, это и Александр Маршал, и там Валерий Сюткин, и Иосиф Давыдович Кобзон. Наш любимый. С хором МВД. Подгребет. Споет несколько песен, да. И, ну, и уже Тамарочка Гварцетели потрясающая. И молодежь, вот группа 312 город. И, скажем, Ромарио. Потом, значит, квартет, вот Кватро. И, скажем, даже... А, нет, он пройдет. В общем, будут интересные исполнители. Угу. Ну, это такая в кругу друзей программа, да, правильно? Ну, я не знаю, как она правильно называется. Это, этот концерт посвящен выходу третьего альбома «Митяевские песни». Если в первом там исполнили тоже и группа «Ума Турман», и Валерия, и многие другие, то вот сейчас как бы эта история продолжается. Но я, конечно же, постараюсь и обязуюсь на этом концерте тоже побольше попеть, потому что, как ни говори, людям вот пришли на Митяева, давай Митяева. Давай Митяева, конечно, конечно. А вас вот это раздражает? А, ну вот помимо вопросов, откуда вы берете сюжеты, да, и как вы начали писать, условно говоря, а вот это, ну вот спой, спой. Вот только что недавно увидела я в воспоминаниях Вадима Ивановича Туманова о Высоцком, такой эпизод промелькнул, что все пристают бесконечно, в смысле к Владимиру Высоцкому, именно с просьбой спеть, и в конце концов он кому-то из гостей, которые к нему приставали, к какому-то милицейскому майору, Высоцкий сказал: ну что ты ко мне все пристаешь, спой, да спой, вот возьми сейчас пистолет свой и постреляй, поди, да? А не раздражает? Вот спой, да спой. Вот Вадим Иванович как раз потрясающий человек. Мы с ним недавно, не так давно познакомились. И я не успел прочитать вот эту статью в МК. Но я посмотрел фильм и читаю сейчас книгу, которую он мне подарил. И, конечно, я ему очень завидую, что он дружил с Высоцким. Ну, у него вообще биография потрясающая, вот у Туманова. Да, это надо читать книгу. Но, собственно говоря, не раздражает. То есть вы готовы всегда, и вам это нет, нравится? Нет, ну иногда я просто я понимаю, не готов. Да, что вот если, недавно да. У меня один такой мой закадычный друг, скажем, он мне, и мы сидели, скажем, он мне, и у нас было такое застолье, и он говорит: ну, вот, ну, спой. Спой, да. Я говорю: Сережа, я, вот мы с тобой настолько близки, что я тебе могу сказать, не хочу. Пошел ты сейчас к черту, да, я не буду эти петь. Да, и ничего не спел. Но я пою ему и до, и дальше, но иногда не хочется просто. У нас в гостях Олег Митяев, это программа «Главная тема». Человек, который почти никогда не отказывает, когда его просят спеть. Но все-таки я хочу спросить про аудиторию, потому что мы немножко ушли как-то от этой темы. Люди, которые приходят на концерты на ваши, все-таки это достаточно такая непростая история. Во-первых, в текстах и в музыке есть определенный смысл, да? Хорды балета, перьев, блесток, бикини, ничего нет. Бикини вы не носите, перьев тоже. И это зритель должен проделать некую душевную работу. Для того, ну, по крайней мере, для того, чтобы во все в это въехать и чтобы настроиться. Знаете, вот я бы даже сейчас вас прервал, потому что на самом деле это вот препарировать вот эту ситуацию. Мне кажется, обобщения какие-то публики, они ее оскорбляют. Они все очень разные люди. Некоторые попали на концерт случайно, как вчера в городе Чехове. Пришла женщина, говорит: я пришла и осталась с вами на всю жизнь. Это очень приятно. Ой, это важно, шел мимо.
Хотел пойти на фламенко, а тут вот попал на концерт. И его зацепило. Кого-то это не зацепило, да. И мы абсолютно все разные. И у каждого, в общем-то, есть своя любимая песня. Вот это пресловутое, когда говорит: Олег, если бы ты написал только одну песню... Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот мое счастье в том, что каждый называет свою другую песню. Конечно, как здорово, это, наверное, более широко. Ну, это прям гимн страны. Но когда говорят там какой-нибудь почтовый чиновник, я уже не говорю там про «В нетрезвом виде авиатор не летает». Не летает. Ой, или когда проходят «Дни запоя». Такая песня про «В нетрезвом виде». Блеск. Она такая же москвичка, как была. Вот, ну, это здорово, что все-таки не одна песня. Западает в душу. И обобщений никаких не нужно, да? То есть это вопрос, который тоже вас не интересует. Кто пришел? Бабушка с внуком? Или наоборот, внук привел с бабушкой? У меня большая школа Челябинской филармонии, когда такой десант, тебя выбрасывали, молодого артиста, и ты должен был захватить аудиторию, поздравить с 7 ноября и, значит, уйти победителем. И все сказали бы так: эх, какой парень молодой артист! Поднял настроение. Это решение одной задачи, да? А когда пришли люди и говорят: ну, не надо вот нас захватывать, будь сам собой, вот давай с тобой поговорим. И ничего не остается, как честно разговаривать. Ну, вот это очень важно. Вы знаете, дорогие уважаемые радиослушатели, мы в прямом эфире, у нас будет возможность подключить вас к разговору. На всякий случай я прямо сейчас скажу номер телефона 223-5550, код Москвы 495. В студии у нас Олег Митяев. А еще тоже новость, вот мне сказал редактор, что у нас теперь в нашей программе есть форум. Туда можно зайти, на этот форум, задать вопросы гостю, у кого такие вопросы есть. У меня вопросов есть, мне мало времени, я всегда как-то жалею гостя отдавать на растерзание радиослушателей. Скажите, пожалуйста, Олег, а вы человек много ездящий по стране? Это тоже относительно, ведь есть профессиональные люди, которые летают каждый день. А мне кажется, что много все-таки. Но вот в последнее время, я как-то последние лет 7-10, я научился использовать эту дорогу. И поэтому у нас весь коллектив обложен всякими DVD, MP3, всякими iPad'ами. И как-то дорога проходит теперь незаметно. Зато мы можем обсуждать новые художественные фильмы, потому что весь коллектив по очереди их смотрит. Вот, и прочитать какие-то книги. Вот все-таки дома на диване сложно бывает полежать и почитать. А в дороге ты просто вынужден. То есть дорога теперь используется по назначению. Вы или музыку слушаете, или книжки читаете. А вот это такая очень распространенная в последнее время точка зрения, ну, по крайней мере, очень муссирующаяся в Москве, что за МКАДом кончается жизнь, и начинается поле такое, поле, по которому ветер гуляет, и вороны над ним летают. Вот это правда? За МКАДом живут за МКАДыши. Ну, я не могу даже это слово говорить. Нет, дело в чем? Бесит. Дело в том, что я хотел просто сказать «да». Хотел просто сказать «да», но странным образом вот за МКАДом какое-то... у меня личное такое ощущение, я могу ошибаться, да, какой-то есть провал. А вот дальше опять возникают какие-то очаги, в которых жизнь происходит абсолютно независимо от Москвы. И вот в Екатеринбурге совсем недавно я познакомился, просто прочитал книжку, которую забыли уезжавшие немцы в Германию. Они были в Екатеринбурге и оставили у меня книжку замечательного поэта Юрий. Вот молодец я какой. Да, ну, сейчас его вспомню, да. Но потрясающий поэт. Он сам профессор и пишет книги там про Бориса Рыжего, про поэта. И, значит, а я просто сейчас погрузился в его книги, в его стихи. И открыл для себя целую планету. Человек живет в Екатеринбурге, никуда не собирается переезжать в Москву. И пишет потрясающие стихи. Он может позволять себе даже критиковать Бродского. Потому что, на мой взгляд, у него поэзия на определенно таком же уровне. Ну, это просто потрясающе. Мы послушаем сейчас
песню Олега Митяева и вернемся к вам через минуту. Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике прозрачном дырка у меня, и все время утекает пиво из него. Я ушел в апреле, я нашел повод. Я замерз, укутываясь в твой холод, и пошел на улицу встречать лето. А лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Порознь дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. Странно, мы все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, то давно повесилась метель злая. Выпил с участком и смотрю лето, а лето — это маленькая жизнь. Лето — это маленькая жизнь. Порознь тихо подрастает на щеках. Поросль дом плывет по лету, а меня нету. Лето — это маленькая жизнь. И хотя в окне твоем ночует наша грусть, я в мусоропровод бросил два своих ключа, и к тебе я точно этим летом не вернусь. Я хожу в кино и в парк культуры по ночам, а ты вернулась с моря. Я вчера видел, словно прошлой жизни, посмотрел видик, видик про разлуку, про твое лето. Лето — это маленькая жизнь. Жизнь, в которой не было ни дня фальши. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь. Обсуждаем главную тему, с Татьяной Устиновой. Главная тема наша сегодня — это Олег Митяев. Его мы обсуждаем. Собирались одну песню поставить, поставили другую. Зато Олег быстро вспомнил фамилию поэта, о котором говорили вот сейчас в первой части. Да, и это Юрий Казарин. И надо сказать, что все-таки то, чем я занимаюсь, это не поэзия. Это все-таки это песня. Ну, и, да. Но я всячески тянусь. Я считаю своей большой в жизни удачей, что я могу наслаждаться хорошей поэзией. Угу. Поэтому я вот Юрию Казарину очень благодарен, что он для меня открыл очередные свои стихотворения. Олег, а говорят ведь, что время сейчас такое непоэтическое. Тоже целая теория есть, вот как про то, что авторская песня должна умереть, так и про то, что вот время для стихов неподходящее. Вы согласны с этим? Ну, правильно, ведь Влад Шилович сказал, что авторская песня умерла. Да, она умерла вот в том виде, в каком она была. И так же, как в 2012 году закончится календарь, но начнется новый календарь. Ой, не хочу в 2012. Новый начнется календарь, и продолжится жизнь. И мне кажется, что лирики и романтики, они никуда не денутся. Они, видимо, сейчас ушли в прагматики на время. Они вот закончат ремонт, и потом никуда не денутся, они выйдут с гитарой во двор или в лес, и будут сидеть у костра, и будут петь «Битлз». И это, мне кажется, это вечно.
У нас Олег Митяев в гостях. 223-5550 телефон студии. Мы в прямом эфире. Код Москвы 495. А кто-то у нас из поклонников очень хотел поговорить. Петр, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер, Олег, добрый вечер, Татьяна. Очень рад, что я дозвонился на радио «Шансон». Это, наверное, для меня впервые, но я не мог сегодня не позвонить, поблагодарить вас за красивые песни, за красивые душевные слова, которые я слушаю буквально везде, на свадьбах, на вечеринках, на друзей. Звоню, у меня такая есть слабинка, я люблю хобби, даже сказать, что сочиняю там стихи. И звоню на радиостанции, звоню на московские, питерские радиостанции, и всегда не вот заказываю песни часто именно Олега Митяева. И многие песни я даже узнаю впервые, когда заказываю вот диджей мне предлагают. Поэтому такие романтические песни это меня берут за душу, и я очень благодарен вам. И мне хотелось бы вас спросить, вот как у вас так получается, что вы и слова, и музыка сочетаются просто вот так, и мотив, и слова получаются так, что так складно, так удачно. Спасибо. Спасибо. Для нашего друга из Москвы прозвучит следующая песня. Ну вот мы уже об этом говорили, что... Ответ на этот вопрос нет. Я ничего ответить не могу, как-то само и... Не, я даже, собственно, вот себя чувствую что посторонним человеком в этом разговоре. Когда об этом говорят, ты думаешь, что ты тут вроде бы как ни при чем. И каждый раз, когда ты собираешься что-то написать или дописать, и садишься, и думаешь, как непонятно. Да, ну вот это, между прочим, это, во-первых, это абсолютная правда, дорогие уважаемые радиослушатели. Я думала, что это только с текстом связано, но, видимо, нет. То есть, когда ты там, я не знаю, смотришь или читаешь то, что ты написал, думаешь, елки-палки, неужели это я, во-первых, а во-вторых, как действительно это было сделано, непонятно. Но все-таки вот с вашей точки зрения, несмотря на то, что Булат Шалыч сказал, что авторская песня умерла, с ней что нужно делать вот сейчас? Спасать ее как-то? Или оставить в покое? Или она будет живет, как живет, и это все уже я давно важно. Уже все сформулировал, и мне непонятно, почему Медведев и Путин меня не слышат. Я всякий раз пытаюсь говорить о том, что образование и воспитание – это наша национальная идея. Это то, с чего вообще мы должны начать. И из детского садика, и со школы, и как бы и использовать телевидение и радио не для того, чтобы набивать карманы деньгами, а для того, чтобы это был просветительский механизм, который помог бы нам как-то шагнуть в будущее. Пока одни разговоры, пока то, что происходит на радио и на телевидении, это капля в море. А что происходит в школе, это вообще кошмар. Катастрофа. Работают святые люди, которые заработают за гроши. И если бы все мы на учителям наших детей платили такие деньги, да, мы бы вообще никуда не пришли. Просто у некоторых людей есть деньги, и они тратят их на воспитание своих детей. Но это очень маленький процент населения. Если мы думаем о стране, то нашей национальной идеей должно быть образование и воспитание. Сейчас мы к этому еще вернемся. Просто у нас звонков море, но вы же понимаете. Хорошо, что меня не успели выключить. Олег Митяев, да, главная тема нашей сегодняшней программы. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Вечер. Добрый вечер. Я бы хотела задать вопрос Олегу по поводу двух его песен. В частности, одну из исполнила Ирина Розанова на его концерте юбилейном. Вот. И вторая песня, ну, которую я слышала раньше, конечно, в вашем исполнении, «Ты могла бы стать». То есть песни, они как бы, вот особенно первая, «Ты могла бы стать». «Ты могла бы первую», да. Они все-таки предметные, такие женские. Вот просто интересно, как в мужской голове вот такие стихи возникли, и что-то, может, послужило поводом, или это вот какой-то анализ чего-то. Ну, вот почему? Опять, как вы сейчас хорошо меня подрубили, еще слово «анализ» вот здесь вот, это просто как-то, я даже ничего сказать вам не могу. Я и рад бы, даже вы не затрудняйтесь, потому что обратно сформулировать я не смогу даже так, как вы. Ага. Спасибо вам большое. Спасибо большое. У вас день рождения 19 февраля. Ой, дай бог. Да, дай бог, заранее поздравлять не будем. Ну вот скажите мне, пожалуйста, планов громадью? Вот, к счастью, у нас внеплановое хозяйство. Вот у нас вот оно как бы, знаете,
есть такая технологическая необходимость иногда, чтобы бетон застыл, да, затвердел как-то. О, да. И о, вот да. Мне очень нравится, что технологическая необходимость для того, чтобы что-то написать, надо лежать на диване, не думать об этом бренном. В нетрезвом виде, да, авиатор не летает. Встречаться с друзьями, выпивать, не отказывать себя ни в чем. И как... Это гениальный рецепт. Да, да, как... а без этого ничего не получится. Как? Ну что, сиди и высасывай из пальца. Да, нет. Это хотя моя соседка Виктория Токарева, когда ее спросили, а как вот вы пишете? Причем какой-то индус-писатель ее спрашивал. Она сказала, через отвращение. То есть она садится и работает. Но у нее получается. У нее получается, да. Причем неплохо получается. Море звонков жалко. Я не могу. Я эгоистка ужасная. Хочу, чтобы Митяев был только со мной. 223-5550. Сейчас увидим точно. А, телефон прямого эфира 495, код Москвы. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Здравствуйте. Александр. Да, Александр. Задавайте вопрос, Олег Григорьевич. У меня есть вопрос к Митяеву. Дело в том, что в свое время я считаю одной из лучшей его песни «Жизнь замечательных людей». Я помню, как эта песня произвела на меня впечатление, и у меня в связи с этим вопрос, что он очень хорошо описал жизнь 70-х годов в этой песне, описал их яркими красками. А его, допустим, духовный, ну, не то что оппонент, но, в общем, допустим, Макаревич, он считал наоборот, что жизнь, как он поет в своей песне, в тупой черно-белой стране. Вот я хотел сказать, вот как он считает, жизнь 70-х годов была ярко-красочной, серой и однообразной. Ну, спасибо. Во-первых, спасибо, да, наверное, действительно, это были такие яркие впечатления. Я был сначала просто ребенком, потом школьником, и все это написалось. Но я должен сказать, что по поводу Макаревича вы заблуждаетесь. Вот его такие произведения, как «Сам овца» или «Занимательная наркология», потрясающие книги, веселые книги о 70-х годах. Вот. В общем-то, и каждый, кто прочитает эти книги, он найдет для себя какой-то отклик. Вот. А вот эта тема юности и детства, она, мне кажется, является таким неиссякаемым источником, потому что все новое появляется и появляется. Сейчас я пишу одну очень длинную песню, которая называется «Дорога в сад». Вот. И, во-первых, я бы, если бы у меня стал писать биографию, она бы начиналась в детстве, у меня был дворец. Дворец культуры Челябинского трубопрокатного завода. И еще бы я вот сейчас пишу о том, что у меня был сад. Это было 6 соток, деревянная будка. Но это потрясающий полигон открытий. Когда ты... Конечно. Первые ягоды, все когда крыжовник. Да. Белый налив в закаты, июле. Закаты, ночевки, там, костры какие-то, заборы, эти битумные трубы большие, покрытые, испаренные летним жарким днем. И, ну, это вот просто... все это в тебе живет, и ты узнал это тогда. И сейчас можешь только подтвердить что-то, и это тебе доставит что радость. Ты это знаешь, да? Да. Да. А, говорите, пожалуйста, здравствуйте, еще у нас есть звонки. Алло, говорите, пожалуйста, здравствуйте, у нас должна быть здесь где-то Ольга. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Алло, добрый вечер. Ольга, слышно. Прекрасно. Вы знаете, я очень ценю творчество господина Митяева, знаете, за что? Я как журналист, за жизненные зарисовки. Ну вот сейчас только что вот прям была про битву. Которые включают подробности. Угу. Понимаете, такое описание жизни, например, у русской бывшей в доме кавардак, значит, в душе не так, да? Угу. Кактус неполитый, тяжелые яшмы на пальцах. В общем, потрясающий художник, можно сказать. Таких сейчас мало. Так и есть. У меня, будьте добры, такой вопрос. Вот не хотите ли вы что-нибудь спеть по-английски, например? Ой, вы прям сейчас как вот посмотрели, я не знаю, в самую десятку угодили. Ясно видящие. Да, потому что я сейчас собираюсь записать альбом на немецком языке.
И эта история длится уже около 20 лет. И мы с Булатом Шалычем еще ездили в Германию, и они делали переводы. Сначала студенты, потом профессура. Потом немецкий поэт Алекс Петровский, Алла Гудрун Вольф, они сделали поэтические переводы. И сейчас мне ничего не остается, кроме как это спеть. А извините, вот, пожалуйста, а с Томасом Андерсом, который Бернт Файтинг, не хотите спеть? Вообще было бы здорово. Ну, знаете, мне самому бы хотя бы как-то справиться. Хорошо, это мои пожелания. Спасибо, удачи. Спасибо, Ольга. Спасибо вам большое. Ну, это совсем другая история, Олег. Чужой язык. Как это называется? Фонетика, семантика, все другое. Дялер липсте варздуме, майны липсте вайзе, их флюстер. В общем, маразм. Но ведь классный маразм. Нет, когда я в Германии стал петь по-немецки, да, я был удивлен, как изменились глаза у немцев, потому что до сих пор они делали вид, что слушают. Но когда они услышали, сразу меняется взгляд у человека. Подождите, а переводит кто? Или вы Нет, вот сначала я пел с подстрочниками. Так. Всем раздавали подстрочники, я рассказывал, про что песня. Например, вот в Южной Африке мы так делали. А в Германии у них уже были вот на стульчике лежали переводы, и они смотрели и слушают. Ну, там были непереводимые вещи, например, они говорят, ну, что женщина так расстраивается, что у нее не наточенные ножи. Там же есть у нас сейчас электрические вот эти точилки. Давайте купим ей, отправим, ну, чтобы все, жизнь наладилась как-то. Понимаете? Ну, да. И это перевести бывает довольно сложно. Это не имеет отношения к ножам никакого, это было немцам непонятно. Наше радио имеет отношение к радиослушателям. Мы в прямом эфире и к ножам, абсолютно точно. 2-2-3-5-5-5-0. 495 код Москвы. Олег Митяев у нас в гостях. Главная тема наша сегодняшняя. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здрасте. Guten Abend. Олег, у меня такой вопрос к вам. Вы помните момент, когда к вам пришла слава? Вы это почувствовали? И как это все произошло? Как она пришла? Вот ты вчера не приходила, а сегодня бах пришла? Нет, у меня такое, мне все кажется, что не пришла еще. Еще не пришла, еще да-да-да. Хотелось бы как-то... Нет, но я вам скажу, вот такой случай, наверное, у каждого есть какой-то случай. Вот один из 10, который меня просто убил, когда ко мне подбежал человек на заправочной станции. Была зима, был мороз, он подбежал ко мне и говорит, стал долго рассказывать, что его брат очень любит мои песни. Я не мог бы я ему подписать. Я сказал, да о чем вы говорите, давайте. Он побежал опять в машину, прибежал, дал мне какую-то бумажку, я пока писал, спрашивал, как зовут брата, и потом я увидел, что этот человек в носках. А, собственно говоря, зима, мороз, и вот он выбежал из машины и даже об этом не подумал. Он был трезвый. Ну, это и понятно, что он был за рулем. То есть он так хотел вот вас перехватить? Он хотел автограф. Он хотел автограф. Слушайте, ну это классная история. Ужас, и тоже ужас. Такая зарисовка прям совершенно для книги или для картины, или для чего угодно. Может, он морж? Нет, я думаю, что он не морж. Я думаю, что он поклонник. А вообще вот отношения со Славой у вас есть какие-то? Ну вот именно в том смысле, в котором сейчас спрашивал Сергей. Ну вот как-то, знаете... Я говорю, что, во-первых, наверное... Все кажется, что еще не грянуло. Все еще, да, грянет, может быть, потом, но это уже будет не нужно. Это хорошо бы было бы пораньше, да? И потом, конечно, очень важный момент, когда вот к тебе очень хорошо относятся, когда тебя там пропускают без очереди, когда тебе, значит, что-то делают вот вне каких-то наших дурацких законов, да, это когда тебе как-то это помогает жить. И ты другому можешь еще как-то помочь, помочь, да? Но я думаю, что это модель будущего отношения между людьми. Вот так нужно относиться ко всем. Вот, наверное, это было бы правильно. Так, как мы относимся к Хазанову, когда его увидим в магазине, да? Вот надо так относиться, как всем. Ко всем. Сразу обрадовались и сделали для человека все, что ему надо. Давайте стараться относиться друг к другу, как к Хазанову и к Митяеву. У нас сейчас реклама, и все-таки мы попробуем послушать песню. Программа «Главная тема» на радио «Шансон». Неровность вычурная крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская, серьезно и мила, спешит сквозь утро тусклое,
должно быть, проспала, и тем, кто встретится ей улочкой узкою, не догадаться. Здесь у всех свои дела, она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая же москвичка, как была у бывшей русской подданной в квартире кавардак. А значит, что ты в душе наверняка не так. Но как легки ее слова, и пусть неважно спит, но от столичной голова на утро не болит. И вспоминая сон про дворики арбатские, она как в реку погружается в дела. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. Каштаны негры продает у площади Конкорд, придет сквозь лампочек салют бесснежный Новый год. И парижане о своем, задумавшись, спешат. И Рождество опять вдвоем с подружкой из США наполнит праздничный Париж вино французское. А ей пригрезится Москва, белым бела. Она пьет водку, так как подданная русская. Она такая же москвичка, как была. Наполнит праздничный Париж вино французское. А ей пригрезится Москва, белым бела. Она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая же москвичка, как была. Это программа «Главная тема». Главная наша сегодняшняя тема – это Олег Митяев. Вот историю потрясающую рассказал про эту песню, про француженку. Ну, у нас звонок давно ждет очень человек, который вопрос хотел задать, с моей точки зрения, интересный. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне очень приятно услышать вас, Олег Митяев, потому что я очень давно слежу за вашим, скажем, произведением. Мне очень нравятся ваши стихи, ваши мелодии. Я хотел бы спросить, вот как вы относитесь к тому, что вот именно вот «Москвичку» песню, вот, те же самые, допустим, «Ненаточенные ножи» делал Михаил Захарович Кутинский, и я считаю, что вот как бы этим поднял себе какой-то планочку, да, вот на уровень какой-то определенный, потому что важная песня еще помимо гитаров, там аранжировки и так далее. Угу. Да, спасибо вам за вопрос большое. Да, не только Шуфутинский поет, да, многие люди поют. Да, вот, например, в Израиле, когда мы прилетели в первый раз, ко мне подошли люди и сказали: мы вашу песню, когда собираемся возле синагоги, всегда хором поем, она отражает идею еврейского народа собраться на обетованной земле. Эта песня, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да, но я вот еще раз хочу напомнить, дорогие друзья, что 28 февраля в Театре эстрады будет особенный концерт. Перед этим 4 концерта я буду петь один, а потом придут люди, которые тоже будут петь мои песни. И, да, и потрясающе... Все будет в Театре эстрады, да, с 24 да, по 28. Да. Но 28, вот, значит, будут еще дополнительные, да, исполнители. Иосиф Кобзон и Тамара Гварцетели. В общем, они это делают гораздо лучше, чем я. Я вам очень рекомендую послушать. И Валерий Сюткин даже завоевал, по-моему, золотой граммофон с моей песней «Маршрутка». Он тоже ее, надеюсь, исполнит. Uh-huh. Вот. И молодые люди, и группа «Город 312», и «Ромарио», и «Кватро». В общем,
Приходите, да, все 28-го в театр эстрады, да, услышите много нового и интересного. Вообще концерты Олега Митяева будут там с 24-го вот по 28-е число. А эти все люди ваши друзья, Олег? Или это просто какие-то коллеги? Ну, это было бы самонадеянно с моей стороны, прям вот так вот, да. Вот я смею на это надеяться. Вот, и, скажем, если Геннадий Викторович Хазанов просто выйдет из кабинета и тоже пройдет на сцену, было бы тоже замечательно. И, конечно, это мои старшие друзья, скажем так. А у вас вообще есть друзья, которые не по театру эстрады друзья, а такие жизненные? Ну, я тут не разделяю. Они как-то все вместе. Потом, это тоже сложный вопрос, знаете, друзья, знакомые, приятели, 100 друзей, 1 000 000 знакомых, да, а, и одна подруга детства. И одна подруга детства, понятно. А у нас звонок еще есть, ну, у нас вообще звонков очень много, телефон сейчас весь раскалился и красный. Говорите, пожалуйста, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, алло. Здрасте. Алло, здравствуйте. Вот да, я вам давно, как бы, мечтал позвонить, и вот хотел бы задать свой вопрос. Можно? Да. Вот, слушайте, вот. Не пошли бы вы всем нахуй? Это замечательный совершенно вопрос. Это мы... Нет, ведь смотрите, он же так... Старался. Нет, да, сначала хорошо так говорил. Значит, у человека есть образование. Ну, мы не знаем, есть ли у него образование. Я хотел про дружбу спросить, Олег. Скажите, пожалуйста, все-таки, да, дружба, с моей точки зрения, это, во-первых, круглосуточное понятие. Вот нам говорят, что уже не успеем мы на этот вопрос ответить про дружбу, значит, песню сейчас будем слушать. Да, вы знаете, можно послушать песню на русском языке. Рекламу, а потом песню на русском языке, а потом вернемся. Звоню тебе, когда захочется поговорить. В какой-то радости и, не дай бог, в беде. Я так привык уже сюда звонить. Когда не сходятся у жизни линии, мы остро чувствуем, что не одни. Хоть из Челябинска, хоть из Сардинии, я появлюсь к тебе, ты позвони. Дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. А наши женщины, хоть и красавицы, они упреками сведут с ума. Но мушкетеров это не касается, нас консультировал старик Дюма, что дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. Дай нам, Господи, пожить, друзья мои, без революции и без войны. И чтобы в жизни с горками и с ямами друг другу были мы всегда верны. Дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай. Дружба — это круглосуточно, хоть пожар, хоть урожай. Это чувство нерассудочно, одевайся, приезжай.
гостях у нас сегодня Олег Митяев, и как обычно, все уже заканчивается, и для меня это всегда горе такое, потому что я, ну, ничего не успеваю, вот я спросить совершенно, чтобы не хотелось. А вот есть еще хорошая традиция писать записки. Записки, да, из зала. Можно 24-го, 25-го, 26-го, 27-го. В театре эстрады. Прийти как, да, и написать прийти? Все, длинное вообще, произведение. Вам когда записки пишут, вы отвечаете? Конечно, я отвечаю сразу. А поклонницы, они заваливают вас письмами, записками, пирогами или цветами? Как-то очень это приятно и здорово. А вообще гастрольная история сложная история, Олег, скажите? То есть да вот ну это вот же в ней сложного? Не сложно? Едем себе. Я помню, вот была гастрольная история, когда мы ехали, вообще не было ничего нигде. А сейчас ничего это, слава тебе, Господи, значит? Едешь... В смысле, об оборудовании? Не поесть, не оборудование, ни вообще ничего. Как-то так, не знаю, на чем все держалось. А сейчас все это как-то так устаканилось. Выходишь на сцену и отдыхаешь вместе с людьми. Но вы опять лукавите. Как вы можете отдыхать вместе с людьми, если вы... разговариваете. Да, нет, в том-то и дело, что вот все же об этом говорят, что там плохо чувствуешь себя или что. Вот вышел маленько, втянулся в это дело, и после первого отделения уже хорошо, а после второго ты выходишь вообще как будто месяц отдохнул. Ага. Да, и но люди, главное, довольны. Ну, я знаю, это вот знакомо, так же, как и на радио, когда говорят там мотор, эфир, и тут все, кайф, полет, и все-все отступило. И, видимо, на сцене то же самое, только там вы еще подкрепляетесь вот этим дыханием зала и вниманием зала, энергетикой зала. А мы бы еще разговаривали с Олегом Митяевым долго, по крайней мере, я бы разговаривала, но на самом деле это правда, что когда приходит в гости такой человек, поющий, пишущий песни, но хочется послушать все-таки песни, вот мы вот как-то себе позволили. Да. И сейчас еще вот мы, уже время у нас выходит, мы должны будем попрощаться с радиослушателями нашими дорогими. Но все-таки еще песню одну мы послушаем. Действительно, еще раз скажем про эти 5 концертов, которые в Театре эстрады будут 24, 25, 26 и 28. Приходите, слушайте записки, пишите. Я, например, приду, непременно напишу. Желайте нам чего-нибудь. И до свидания. Я желаю вам слушать такие прекрасные песни, какую мы сейчас начнем слушать, на музыку Тухманова и стихи Александра Сергеевича Пушкина. А мы всем коллективом эту песню посвящаем нашим замечательным женщинам. Вот, спасибо. Вперед! Вокальные припевы, да здравствуют нежные девы и юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте на звонкое дно густое вино, заветные кольца бросайте. Стаканы содвинем их разом. Да здравствуют музы, да здравствует разум. Ты солнце святое гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Тьма.